Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. В чому полягає таємниця молодості, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І на власному досвіду героїв запевнимось, що їх метод працює. Нужно идти по жизни, улыбаясь, творя добро и даря добро. Каждый кубок, который стоит на нашей полке, это огромный труд. Труд родителей, труд детей, труд педагогов. Думаю, мы все можем. У меня талантливые ребята, и мы все вместе большая сила. Это наш дом, и мы рады, что у нашего дома есть день рождения. Их дім – це робота, а робота – це їх власне життя. Як вони встигають все це поєднувати? І хто ці люди? Побачимо. Друзья мои, мы с вами находимся в областном дворце культуры в Николаевском. Это огромный дворец, но он славен не только своим прекрасным внешним видом, а в первую очередь он славен людьми. В этом году дворец отмечает свое 50-летие. Подготовка к нему идет полным ходом. Но я вам хочу сказать, что в принципе жизнь во дворце не затихает ни на минуту. И вот совершенно случайно мы буквально уловили в коридорах дворца, в длинных, таких красивых коридорах дворца, его хозяйку нашего областного дворца культуры Марию Николаевну, чтобы поделиться с вами, друзья мои, как живет дворец. И, возможно, вы почерпнете силы и радость. Правда, Мария Николаевна? Ведь конечно. Вы работаете для чего? Для того, чтобы радовать наших зрителей. Для того, чтобы людям и позитив, творческое отношение к жизни, радостное отношение к жизни. То есть нужно идти по жизни, улыбаясь, творя добро и даря добро. Во дворце занимается порядка 4 с лишним тысяч участников. То есть это постоянные жители дворца. Это от 3,5-4 годиков и до 90-91 год участники наших творческих коллективов. В данном случае на сцене это 5, 6, 14, 10 лет, ну, младшие школьники и средний школьный возраст. Творческий сезон, этот наш год творческий, начался очень плотно. Очень мощно. Были праздники тут же сходу, и День независимости, и День города, День области. Везде наши коллективы принимали участие. Сейчас на пороге, практически на пороге 50-летия. В октябре 20 числа будут большое празднество, большая шоу-программа, концертная программа, торжественная программа 20 октября. Но поскольку мы столкнулись с тем, что очень много исторических фактов, которые сегодня готовы быть единой цельной одной программой, отдельной программой. И мы на пороге Дня людини поважного віку, не поважного віку, мы сделали еще одну программу. Программа 4 октября по этому возрасту – это наша благодарность нашим предшественникам. Практически во дворце уже работает третье поколение руководителей коллективов. Когда-то пришли первые – это Игорь Петрович Криворучко, это Михаил Григорьевич Кизельман, Лариса Сливняк, это Олег Митрофанович Корнеев. Это те руководители, которые начинали здесь. Дальше за ними пришли Владимир Георгиевич Почтаренко, Элла Акманова, ученики своих учителей. Но сегодня уже выходит третье поколение. Это ученики Владимира Георгиевича Почтаренко, ученики Катя Алексеева, Юрий Вдовиченко, руководители Пасадена. Это они ученики Почтаренко. Сегодня Роман Гусаков, Виталий Богуславский. То есть это третье поколение руководителей, уже воспитанных во дворце. И вот мы оставили концертный зал. Почему? Потому что, ну, вы сами увидели, что там очень шумно, и перешли в такой маленький уютный кабинет королевы дворца Марии Николаевны, потому что здесь немножечко тише, и мы сможем поговорить о том, что сегодня волнует дворец, чем он живет. Да, Мария Николаевна? Итак, вы говорили о преемственности поколений. Вы подняли целый пласт и собрали имена, которые не стоит забывать.
И вот подготовка к праздникам продолжается, но кроме того, что праздники, Мария Николаевна, есть же еще вот день сегодняшний, да? И день сегодняшний, он продолжает быть, и он продолжает работать. Ну, во-первых, прежде всего, это как любое начало учебно-творческого сезона, это новые дети приходят, кто-то приходит из студента, взрослые приходят, новый набор. Это естественная жизнь творческого заведения. Приходят новые ребята, новые планы строят, новый репертуар, какие-то берутся интересные моменты. Планируется работа на год. Это и возможные творческие поездки, и работа областного дворца. Наметили мы поехать в районы Николаевщины ко дню работников сельского хозяйства. Вот. Ну и, конечно, на дальше, после, допустим, 50-летия, у нас сразу же встанет вопрос, а Новый год впереди? А как без него? А День Святого Николая? Эти праздники от дворца ждут практически все николаевцы. Самые уникальные праздники, самые красивые сказки новогодние – это в областном дворце культуры. И все об этом знают. Друзья мои, но прежде чем мы встретимся с артистами дворца, все-таки я думаю, что нужно сначала немножечко послушать о них из уст Марии Николаевны. Да, Мария Николаевна? Хорошо. Здесь, в областном дворце, более 4000 постоянных жителей. Это не те ребята и не те, допустим, зрители, которые приходят только на концерты. Это те, которые здесь живут, учатся, работают, совершенствуются. Вот это вот те детки. Возрастной период – это с 4, 3,5, 4 до 90 лет. Практически в хоре ветеранов у нас есть участники от 70, 75 и 90, 91 год. Вот такие. Вот. Что бы я хотела сказать о коллективах? Вот наше мероприятие, которое мы планируем 20 числа, будет состоять из двух частей. Первая часть – это шоу-презентация творческих коллективов на фасаде. Вот здесь, потому что мы в рамках одного концерта, пусть даже он будет идти 2 часа, мы все равно не сможем рассказать и показать всех. Тут большой объем, который планируется. Ведь практически дворец начинался с Народного духового оркестра, с хора ветеранов. Когда-то Владимир Ильич Горбенко пришел молодым, красивым, кудрявым руководителем на заводской ансамбль «Корабел». Сегодня это почтенный возраст, сегодня он руководитель самого почтенного коллектива хора ветеранов войны и труда, это который самые наши старшенькие. Средний состав коллективов – это взрослая молодежь, это ансамбль песни и танца «Черноморцы», это один из молодых коллективов, это танцевальные коллективы, взрослые составы концертные, народного ансамбля танца «Грация», народный ансамбль танца «Судостроитель». Это и детские коллективы, это и образцовый ансамбль, вокальный ансамбль «Привет», это образцовый ансамбль «Fresh Time», это образцовый ансамбль танца «Юнги», это «Пасадена», это много-много различных подготовительных хореографических студий, которые приводят сюда только начинающих ребят, и где-то через год, два, три, только, может быть, они выйдут на сцену как настоящие артисты. Они готовятся. Как у вас строго? Очень строго. Большой, серьезный набор, серьезная подготовка, обучение. Это очень важно. И дети очень ответственно относятся. Как и родители, они прекрасно понимают. Они пришли сюда совершенствоваться, они пришли сюда учиться. Учиться красоте, учиться пластике, учиться вокалу. А это самое главное. Все ребята, которые практически занимались или занимаются во дворце, вы понимаете, это люди, которым свойственно ощущать, чувствовать прекрасное. Это очень коммуникабельные люди. Они могут спокойно сказать то, что человек думает, выразить свою точку зрения, показать, спеть и даже танцевать. Знаете, как говорят, вот почему человек поет? Потому что душа поет. А ведь когда еще он и танцует, это значит, что у песни вырастают крылья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Друзья мои, и сейчас мы с вами находимся в хореографическом классе одного из лучших ансамблей дворца. Да, Мария Николаевна? Лучший ансамбль не только областного дворца культуры, это лучший ансамбль Украины.
да? Ну, давайте, да, давайте уточним. То есть, пожалуй... Друзья мои, это Екатерина, она руководитель этого лучшего ансамбля. Не смотрите, что она такая юная, но она руководитель, хочу вам сказать, достаточно твердый, да, Катечка? Мария Николаевна, да, твердый? Да. Дело в том, что Катя танцует практически с 4 или 3,5 лет. Ну, вообще, да. Да. И одно время она была самой лучшей бальной парой народного ансамбля танца «Грация». А сегодня это руководитель коллектива, который знают в Украине и за пределами Украины. Катечка, то есть вся жизнь – это танец? Да, безусловно. Действительно, вся жизнь – это танец. Ну, а, пожалуй, все комплименты, которые сказаны, можно отнести вот с одной поправочкой, что мы работаем в современном танце, в современном направлении. Ну и вот здесь мы стараемся быть лучшими, потому что, конечно, во дворце есть другие коллективы в других танцевальных направлениях, которые хороши сами по себе. То есть мы современники, мы любим стрит-танец, то есть уличные направления танца. Мы воспитываем малышей, мы их растим, они у нас ездят регулярно на соревнования, они у нас танцуют на всех основных мероприятиях города. Ну вот, в общем-то, они, наверное, и лучше, они и есть лучше. Для каждого руководителя, для каждого педагога, для каждого родителя его ребенок, конечно, лучше всех, да, телезритель? Для вас ваши дети самые лучшие, для нас наши дети самые лучшие, а в общем все дети самые лучшие. Но вот есть такой нюанс, Катя, вы танцуете, как сказала Мария Николаевна, с 4 лет на сцене, но я думаю, что телезрители помнят эту прекрасную пару, когда вы танцевали и бальные танцы, ну какие, наверное, вы только не танцевали, но дело в том, что может быть, потому что вы возглавляете лучший коллектив, потому что вы лучше знаете танец изнутри. Можно танец знать изнутри? Ну да, его надо чувствовать. Если ты сам не прочувствовал, как ты объяснишь это, как ты донесешь. Порою ты даже не можешь подобрать слова, которые нужно сказать ребенку. Ты пытаешься что-то показать сам, вот какими-то эмоциями передать ему то настроение, тот характер, который он должен в итоге показать на сцене, на конкурсе. Катечка, а вот сейчас вот можете сделать какое-то такое па для наших телезрителей? Прямо сейчас? Ну нет, нет, я, пожалуй, оставлю интригу, приглашу на наши концерты, приглашу на большой концерт к 50-летию, и вот туда подготовим выход. А так сходу, ну, нужен костюм, ну, как же без костюма, там, без всех атрибутов. Ну, все правильно, настоящая артистка. Друзья мои, ну, вы не расстраивайтесь, потому что вы обязательно увидите Екатерину и в действии тоже, и как она танцует, и, конечно же, ее воспитанников. И там в холле очень много кубков, которые завоевала Пасадена, да, Катя? Да, у нас арсенал, которым действительно можно гордиться. Знаете, начинашки приходят, детвора, и говорят: о, смотри, вот там 2 повторки, 3 повторки. Но каждый кубок, который стоит на нашей полке, это огромный труд. Труд родителей, труд детей, труд педагогов. Поэтому мы каждой своей повторкой гордимся очень сильно. Друзья мои, я думаю, что вы успели заметить, что в нашем областном дворце все лучшее. Лучшая сцена, лучшие люди, лучшие коллективы, и все они образцовые. Да, Мария Николаевна? Да. Когда приходит юноша или девушка во дворец одно время, или ребенок, проходит время, и вот это увлечение, это хобби становится делом всей жизни. Вот так вот когда-то пришла солисткой народного эстрадно-симфонического оркестра под руководством Фридмана. Пришла Галина Григорьевна, солисткой ансамбля. Сегодня она сама есть организатор, педагог, руководитель, хормейстер образцового ансамбля, вокального ансамбля. Привет! Галина Григорьевна, вот так вы шли, шли и пришли, присели на пенек, и получился пенек длиною в целую творческую жизнь. В следующем году нашему коллективу исполняется 15 лет. Вот как бы и сейчас поют дети, которые только вот пришли с самого рождения коллектива. И дворец для них стал домом.
То есть недавно ребенок, вот я его как бы на уроке, он себя как бы вел так. Баловался. Баловался, да. Я ему говорю, что ты себе здесь ведешь, как вроде бы ты дома. А он так задумался, такая пауза получилась, он говорит, а я дома. Это как-то настолько меня поразило, то есть вот ему 10 лет, и он настолько по-взрослому как-то ответил на это, говорит, а я дома. И мне аж самой как-то аж стало так, это не по себе, ну не то, что не по себе, а настолько приятно, что мы, вот работники дворца, мы действительно здесь находимся дома, потому что больше времени мы проводим здесь. И когда это мы, наши ощущения взрослых, а вот когда еще и дети это чувствуют, а ведь ребенок, он никогда не соврет. И поэтому эти слова настолько прозвучали, так я думаю, вот именно в преддверии праздника это ключевая фраза, потому что это наш дом, и мы рады, что у нашего дома есть день рождения. Вот такой вот замечательный праздник, и здесь всегда уютно, всех детей практически знают поименно. То есть это настолько для них приятно и неожиданно. И как бы они себя уже чувствуют с самого прихода, вот когда они только приходят к коллективу, они уже понимают, что они становятся членом этой большой семьи. Я думаю, это замечательно. Вот у вас так сияют глаза, когда вы говорите. Говорите вы очень искренне, и вот, в принципе, так оно, конечно, и есть. Но еще один момент, Галина Григорьевна, будьте добры. Сияние глаз, это, наверное, и музыка помогает тоже? Музыка, да. Музыка – это и есть душа. Потому что, когда поет душа, тогда все успокаивается. Вот если есть какие-то проблемы там домашние, или только начинаешь петь, обо всем забываешь. А если ты еще начинаешь петь с детьми, то это просто, это уходит все. И ты понимаешь, что вот это то самое настоящее, чистое. Когда заходят дети, вот у меня настроение бывает как-то это, только они зашли, все. Это уже все ушло, все забылось, и сразу же вот окунайся в их мир и становишься ребенком. Вот вместе с ними чувствуешь себя ребенком, и то есть понятие там возраста, все, это вообще все отпадает. И вот они бегут, вы как бы вот видели это все. Потому что я вот вижу, все, жизнь – это детство. Детство, и от этого никуда не денешься. И настолько это все, ну, приятно и... Вообще просто, когда это хорошо, то это хорошо. Действительно, друзья мои, ну вот мы и открыли секрет молодости. Жизнь – это детство, поэтому поем вместе с детьми. До свидания, птички, тетради, дневники. Здравствуйте, веселые летние дни. А я уеду к бабушке в деревню далеко. Там свежий запах хлеба, а ты пишешь далеко. Хожу по детям, дождикам, по лужам, босиком. Пью за здоровье бабушки. Друзья мои, сейчас мы с вами в другом классе. Это удивительный класс, это удивительный коллектив и, конечно же, удивительный руководитель. Да, Мария Николаевна, удивительный руководитель? Конечно, удивительный руководитель, удивительное направление жанра. Здесь снова третье поколение руководителей. Это ученики сегодня, ученик Владимира Георгиевича Почтаренко, Роман Константинович Гусаков. Когда-то в 5 лет Роман Гусаков учеником пришел на этот паркет. Сегодня это последователь Владимира Георгиевича, это память Владимира Георгиевича, это ученик, это тот образец руководителя, который готовил и сделал Владимир Георгиевич Почтаренко. То есть я так поняла, что вы лучший, и вы руководите лучшим ансамблем. Слава не давит на плечи или тяжесть ответственности? Ответственность очень большая. Я пытаюсь стараться изо всех сил для нашего коллектива, для нашего дворца,
Вот, но вроде пока справляюсь. Вот вы знаете, можно очень хорошо танцевать, можно очень хорошо петь, но когда начинаешь руководить, это совсем тут начинают работать другие законы. Вы не только очень хороший и классный танцор, вы сегодня являетесь руководителем, руководителем лучшего ансамбля дворца. И, конечно, наверное, у вас какие-то свои секреты, свои законы. Ну, пока секретов у меня никаких нет, я, скажем так, только учусь. Вот. Но передо мной была очень высокая планка. И первая задача, которая для меня была, это ее не опустить. На сегодняшний день, в принципе, я это сделал. Вот. И теперь эту планку нужно только повышать. А для этого нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Ну, конечно, нет предела совершенства, но, тем не менее, для того, чтобы учиться, нужно время. А где вы его берете, когда вы постоянно в работе? Ночью, только ночью, все. Каждый день на работе, без выходных. И на сегодняшний день нужно только так, иначе никак. Почему? Потому что, как бы, на меня очень большая ответственность, я это прекрасно понимаю. И для того, чтобы сейчас это все удержать, отдохнем и потом. Сейчас нужно только работать. То есть потом, это когда-то потом, а сейчас, вот сегодняшний день, он полностью посвящен работе. И, конечно, вашим воспитанникам. Конечно, конечно. Сейчас, на сегодняшний день, у нас очень большая программа насыщенная, так как у нас очень много концертов предстоит перед нами. У нас мало того, что как бы есть концертная программа, у нас еще есть спортивная программа. И так как сейчас начало сезона, очень много работы. Почему? Потому что это и спортивная программа, и семинары, и концертная программа тоже. Друзья мои, как мы уже говорили, во дворце очень много коллективов, очень много. А сейчас мы хотим представить вам руководителя самого молодого коллектива дворца. Да, Мария Николаевна? Самый-самый молодой коллектив? Самый молодой коллектив имеет звание образцовый. Это вокальный коллектив «Fresh Time». А руководит коллективом тоже наша молодежь Екатерина Тихонова. Она участница проекта «Голос Краины». И вообще, самый красивый голос и самые красивые стихи – это Катины. Катечка, такая юная и уже руководитель. То есть вы не только воплощаете свое творчество в творчество, но вы еще и привлекаете к этому творчеству детей, да? Я думаю, что это большой пласт доверия, конечно, от дворца мне, потому что я пришла сюда таким очень неопытным руководителем, но за то время, пока я здесь, я уже поднабралась опыта, подучилась, скажем так. И все, и маленькие, и взрослые, но все равно все они для меня дети и родные, они все равно все приходят сюда чему-то учиться, и они задерживаются здесь, значит, мы все делаем правильно. Катечка, скажите, пожалуйста, у вас такое продвинутое название вашего ансамбля «Fresh Time». Откуда оно взялось и в каком направлении вы выступаете? Мы выбирали все вместе, потому что у меня, в принципе, принцип работы такой, что мы должны быть, мы на одной волне с моими ребятами. Мы выбирали взрослым нашим составом, мы долго думали и в конце концов решили, что «Fresh Time» – свежее время. Всегда есть варианты и возможности для обновления, и мы стараемся следовать всем моментам модных течений, еще каких-то вещей. На данный момент мы нацелены там, на поп-музыку, потому что это более воспринимается нашими людьми и слушается, и это легче раскладывается по аккордам и так далее. Когда-нибудь, может быть, мы будем делать какие-нибудь там рок-версии, еще что-нибудь. Ну, то есть мы пытаемся в разных стилях работать, но придерживаемся пока поп-музыки. Ну, в принципе, для вас любой стиль не проблема, как я понимаю. Думаю, нет. Думаю, мы все можем. У меня талантливые ребята, и мы все вместе большая сила. Да, и еще очень талантливый руководитель. Вы же ведь пишете и стихи, и музыку. Да, так получилось, что пишу. И в этом году мне, опять же, дворец дал такую возможность воплотить мою песню в жизнь. Я очень рада, что так получилось. Катечка, а можете сейчас воплотить вашу песню в нашей передаче? Ну, буквально разве что там припевчик. Но он такой, говорят, запоминается. Ніколи не кажи ніколи, глянь, скільки є чудес довкола. Дитина, ти чи вже дорослий, ти посміхнись, все буде просто. Є поруч друзі, є кохані, ти в себе віри, час настане. Коли все зміниться навколо, ніколи не кажи ніколи.
Нашому обласному палацу культури 50 років. В принципі, пролетіли вони непомітно. До свого ювілею колектив палацу готується активно. І запрошую вас, друзі, розділити з ним радість свята. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.